прошлых передачах мы рассматривали руну Иль-Пиль со значением благословения. В этой передаче рассмотрим слово руну Киль. Воспринимали наши предки как место для благословения. По значению это как «приходи» получается, да? Да, да, если Иль мы изображали в виде буквы И, а руна Иль-Киль наоборот. То есть вот если раньше было вот так вот, да? Да, да, да. То сейчас буквы П. Руна Пюрт означает П-образными постройками двора имели раньше двоякое значение практического и культового. Не случайно древнеегипетский иероглиф «пар» означает «дом-храм». Еще у этой руны значение «пус». «Пус» – печатать. Ну, как бы давить получается, да? А мы, получается, его перевернув, обозначили место и давление. Во время Волжской Булгарии, где входили предки удмуртов, слово «пус» сохранился по сей день удмуртов. Она означает родовую тамгу и руну «пус». У чувашей сохранилось выражение «алапус». Раньше до подписать, да? Да, да, да. Раньше до Октябрьской революции говорили, чуваши не имеют ставить подписи. Они всего-навсего ставили свои родовые тамги. Логически получается, как бы, да, там подпиши, надави рукой.